Русский философ и публицист Борис Яковенко заканчивал свою книгу, посвященную русской революции. Сбор материалов для нее он начал еще в Италии, когда в феврале 1917 года российский император Николай II отрекся от престола. Работу над книгой Яковенко завершал в 1929 году в Праге. К этому времени большевики уже 12 лет правили Россией. Утро 26 октября 1917 года Петроград встретил спокойно. Накануне ночи в столице произошел большевистский переворот, но горожан не встревожила даже ночная артиллерийская пальба. Министры Временного правительства были арестованы и содержались в камерах Петропавловской крепости, а в городе шла привычная жизнь. Грохотали повозки, звенели трамваи, прохожие спешили по своим делам. О смене власти газеты не сообщали. Тиражи ушли в печать еще до штурма Зимнего дворца. Большевики обвинили некоторые газеты в контрреволюционной агитации и закрыли их. Отпечатанные номера сожгли прямо на улице при скоплении публики, которая была поражена невиданным зрелищем. Вскоре в стране будут закрыты все оппозиционные издания, чего не было даже в годы монархической цензуры. Те, кто больше всех требовал свободы слова, придя к власти, стали самыми ярыми врагами этой свободы. Узнать о перевороте петроградцы могли только из нескольких строчек в разделе «Последних известий». По городу пошли слухи, что в Петропавловской крепости большевики истязают пленных юнкеров, что изнасилованы защищавшие Зимний дворец женщины из ударного батальона, что по квартирам ходят вооруженные матросы и реквизируют шубы и сапоги. Закрывались магазины, прокатились митинги с требованием не признавать узурпаторов большевиков. На бирже началась паника. Деловые люди нервничали не зря, большевики взялись за дело решительно. Планы у них были грандиозные, и в средствах они не стеснялись. Поначалу эти события казались мятежом кучки радикалов. Никто и помыслить не мог, что 26 октября 1917 года в истории России, да и всего мира, началась новая эпоха. Вечером возобновилось заседание Второго Всероссийского съезда Советов, руководство которым полностью захватили большевики. С его трибуны Ленин зачитал первые декреты новой власти. Декрет о мире. Все воюющие стороны призывались немедленно заключить перемирие и начать переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций. Декрет о земле. Земля объявлялась всенародным достоянием и передавалась в безвозмездное пользование крестьянам. Помещичьи имения конфисковывались, частная собственность на землю упразднялась. В зале это выступление вызвало восторг и бурные аплодисменты. Вслед за первыми декретами были приняты и другие – об отмене смертной казни на фронте и об образовании временного рабоче-крестьянского правительства. В 5 часов утра 27 октября историческое заседание закрылось. Второй съезд Советов завершил работу. Уставшие делегаты спели «Интернационал» и разошлись. Делегатов съезда мало беспокоило, как эти декреты будут воплощаться в жизнь. Остановить войну принятием документа было невозможно. С немцами придется подписывать мир и платить за него ту цену, которую назначит Германия.
а отмена частной собственности на землю не отвечала на вопрос, кто же теперь станет ею владеть. Важную роль в банковской сфере России играли сделки, связанные с землей. Декрет о земле запретил ее продажу. Тем самым по банковской сфере страны был нанесен ощутимый удар. В декабре 1917 года все частные акционерные банки и банковские конторы были национализированы очередным большевистским декретом. Большевистское правительство называлось «Совет народных комиссаров», или сокращенно «Совнарком». Новые лидеры во всеуслышание объявили, что управлять страной они будут только до созыва учредительного собрания. Уже во время отречения императора стало очевидно, что отмену монархии поддержит не все население. Чтобы избежать беспорядков, было объявлено: решение о новой форме государственного устройства принимает народ. Избранники от всех регионов России, депутаты учредительного собрания, собравшись в столице, установят политическое устройство государства. Все партии признавали, что это единственный демократический способ определить будущее страны. Надежда народа на созыв учредительного собрания стала основной причиной, по которой гражданская война не вспыхнула сразу же после отречения царя. И Временное правительство, и Совнарком большевиков воспринимались населением лишь как временные формы правления. Зная эти настроения, большевики на словах признавали приоритет учредительного собрания перед своей властью. Один из ближайших соратников Ленина, Яков Свердлов, говорил: «Сейчас мы еще слишком слабы. Весть о том, что мы отсрочили учредительное собрание, нас ослабит еще более. Страна готовилась к выборам». Всероссийская комиссия по делам о выборах в учредительное собрание, все выборы, состояла из 16 человек. Возглавлял ее член партии кадетов Николай Николаевич Авинов. Выборы в учредительное собрание назначили на 12-14 ноября. Уже 28 ноября избранные депутаты должны были начать заседание в Петрограде. Таким образом, избрание делегатов должно было пройти уже при власти большевиков. А пока председателем нового правительства Совета народных комиссаров стал Ленин. Наркомом по иностранным делам назначили Троцкого. Наркомат по военным и морским делам возглавили три человека: секретарь военно-революционного комитета Владимир Антонов-Овсеенко, прапорщик Николай Крыленко и балтийский матрос Павел Дыбенко. Антонов-Овсеенко Владимир Александрович закончил юнкерское училище. В годы русско-японской войны дезертировал. За попытку поднять военный мятеж был приговорен к смертной казни, которую заменили на 20 лет каторги. Возглавлял штурм Зимнего дворца и лично арестовал Временное правительство. Крыленко Николай Васильевич, прапорщик. В годы войны арестован за уклонение от службы и антивоенную агитацию. Один из первых руководителей революционных трибуналов. Дыбенко Павел Ефимович, балтийский матрос. За большевистскую агитацию списан с корабля и отправлен на сухопутный фронт. После революции, оставаясь простым матросом, стал наркомом по морским делам. Таким образом, один дезертир, один уклонист и матрос-штрафник возглавляли Военное министерство Российской Республики. Делу нового революционного правительства оказалось не в проворот. В Петрограде было неспокойно. Звучали выстрелы, проходили аресты. Толпы солдат громили винные склады и магазины. При охране погребов Зимнего дворца спивались даже надежные и проверенные бойцы. Как вспоминал Антонов-Овсеенко, пьяный угар заразил весь город. Не собирались сдаваться и противники большевиков. В Петрограде продолжала действовать городская дума. Ее депутаты заседали без перерыва, принимая громкие резолюции о защите Отечества и свободы. Дума образовала Комитет спасения Родины и революции. Его председателем стал эсер Абрам Рафаилович Гоц. От имени комитета распространялись антибольшевистские листовки. Налаживалась связь с военными училищами и офицерами. При этом комитет не призывал поддержать Керенского. Министр-председатель окончательно утратил популярность. Керенский, сбежавший из Петрограда, отправился в Гатчину.
Никаких верных Временному правительству войск он там не обнаружил и поехал в Псков, в штаб Северного фронта. Здесь для подавления большевистского вступления был сформирован отряд, состоявший из частей 3-го конного казачьего корпуса. Несколько месяцев назад этот корпус шел на столицу свергать Керенского. Теперь его казакам предстояло Керенского спасать, двинуться из Пскова на Петроград и силой оружия лишить большевиков власти. Командовал корпусом генерал-лейтенант Петр Краснов. Краснов Петр Николаевич, генерал-лейтенант, из семьи дворян войска Донского. Неоднократно проявлял личную храбрость в бою. Во время Брусиловского прорыва получил ранение. Во время Корниловского выступления был арестован, но затем освобожден. Большинство офицеров корпуса, как и сам Краснов, были сторонниками генерала Корнилова. Всего 3 месяца назад Керенский фактически руками большевиков подавил выступление Корнилова и даже арестовал его. А потому офицеры относились к Керенскому с нескрываемым презрением. Один из них даже демонстративно отказался пожать протянутую министром руку. Тем не менее, 3-й конный корпус выступил в поход, и ночью 27 октября казаки прибыли в Гатчину. Там с Керенским встретились представители Комитета спасения Родины и революции и сообщили, что в Петрограде готовится восстание против большевиков. На следующий день казачьи сотни заняли Царское село. 16-тысячный гарнизон сдался немногочисленным силам Краснова практически без сопротивления. До столицы оставалось совсем немного. Падение Гатчины и Царского села всерьез испугало ленинское правительство. Как писал видный большевик Николай Подвойский, «Положение таково, что либо они нас, либо мы их будем вешать». Ленин лихорадочно искал выход. Он даже предположил открыть огонь по окрестностям Петрограда из орудий балтийских линкоров, когда казаки пойдут в наступление. Вождь очень огорчился, узнав, что громадные корабли не смогут войти в мелкое устье Невы, чтобы начать обстрел. 29 октября в Петрограде началось антибольшевистское восстание юнкеров. Но предприятие с самого начала оказалось обреченным. За несколько часов до его начала красногвардейский патруль задержал автомобиль с членом комитета спасения по фамилии Брудерер. У него нашли приказ о приведении в боевую готовность военных училищ, а также дислокацию мятежных частей. Таким образом, большевики оказались в курсе всех планов восставших. Несмотря на это, юнкерам удалось занять ряд важных объектов. Инженерный замок, центральную телефонную станцию и Михайловский манеж, где находились несколько бронеавтомобилей. Руководил восставшими бывший командующий Петроградским военным округом Полковников. Однако к этому времени ни единой регулярной армии, ни централизованного командования уже не существовало. Под командованием полковника было лишь несколько отрядов юнкеров и офицеров. Солдаты столичного гарнизона к ним не присоединились. А на стороне большевиков были вооруженные ими отряды рабочей гвардии, матросы и несколько воинских частей. Бои между большевистскими силами и юнкерами продолжались до самого вечера. Большие надежды юнкера возлагали на подход войск Краснова, но было воскресенье, и те попросту отдыхали. В эти дни, как и в последующие годы, проявился главный принцип ленинского правления – держаться за власть, не считаясь ни с чем. Из Петропавловской крепости привезли пушки и открыли огонь по зданиям, занятым юнкерами. Дольше всех держалось Владимирское военное училище – но и оно не смогло выстоять против артиллерии. Восстание юнкеров захлебнулось. Начались расправы. Большевики хватали на улицах всех людей в офицерской форме.
Подавив восстание юнкеров, правительство Ленина почувствовало себя увереннее. Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа советское правительство назначило подполковника Михаила Муравьева. Ранее он был ярым монархистом, но после февральской революции примкнул к эсерам. А когда появилась новая власть, сделал ставку на нее. За несколько дней под командованием Муравьева собралось более 10 тысяч солдат, матросов и красногвардейцев. Силы противостоящих им казаков насчитывали всего 800 человек и один бронепоезд. Утром 30 октября казаки Краснова, двигаясь от Царского села на Петроград, приблизились к Пулковским высотам у южных окрестностей столицы. Здесь уже заняли оборону большевистские войска Муравьева, намереваясь остановить продвижение казаков. На невиданное зрелище, бой русских против русских, даже сбежалось посмотреть местное население. Сначала наступление Краснова развивалось успешно. Волынский полк, который сражался на стороне большевиков, оставил позиции и ушел в тыл. В феврале 1917 года этот полк первым перешел на сторону революции. Теперь волынцы первыми бежали с передовой. При поддержке бронепоезда казаки захватили позиции на левом фланге обороны большевиков. Казалось, еще немного, и те побегут. Но один из офицеров ослушался Краснова и, не дождавшись общего наступления, повел свою сотню вперед. Атака захлебнулась. Взять позиции большевиков не удалось. Положение Краснова было непростым. Он располагал небольшими силами, а к большевикам подошло подкрепление. Кроме того, в тылу у генерала оставался гарнизон Царского села, готовый снова взяться за оружие и ударить казакам в спину. Понимая, что наступление может обернуться катастрофой, Краснов приказал своим казакам отступать к Гатчине. Вслед за ними потянулись агитаторы большевиков. Они сделали свое дело. Вечером 30 октября разагитированные казачьи части отказались воевать. Начались переговоры. Большевик Дыбенко предложил казакам свободный переход на Дон, а также неожиданный обмен. Казаки отдают ему Керенского, а он им Ленина. Со стороны Дыбенко это была просто уловка, но казакам идея пришлась по душе. Краснов предупредил об этом Керенского. Перепуганный министр-председатель хотел было застрелиться, затем просил адъютантов его убить. Но в конце концов попросту бежал из Гатчины, переодевшись в матросскую форму. Бульварные газеты распустили слух, что Керенский обрядился в платье сестры Милосердия. История о бегстве в женской одежде преследовала его до самой смерти. И даже была экранизирована в советских фильмах. Уже в 60-е годы престарелый Александр Федорович вынужден был оправдываться и объяснять, как было на самом деле. Несмотря на провал наступления, офицеры Краснова еще пытались спасти положение. Но командующий Северным фронтом генерал Черемисов бороться с большевиками категорически не желал и подкреплений не дал. В Гатчину вступили большевистские войска. Это серьезно укрепило позиции новой власти. В эти же дни большевики одержали еще одну важнейшую победу. Они взяли власть в Москве. Днем 25 октября их отряды захватили почту, банк и вокзалы, но к вечеру натолкнулись на сильное сопротивление. Возглавил это сопротивление Комитет общественной безопасности, образованный Московской городской думой, чтобы не допустить захвата власти в городе большевиками. Опорой комитета также были офицеры и юнкера. В ночь на 26 октября они блокировали Кремль, чтобы не допустить вывоза из кремлевского арсенала запасов оружия. Командующий Московским военным округом полковник Рябцев просил Ставку прислать надежные воинские части и начал переговоры с большевиками. Ставка Верховного Главнокомандования находилась вблизи линии русско-германского фронта в далеком белорусском Могилеве.
Здесь не вполне понимали, что вообще происходит, кому подчиняться, что из себя представляет новая власть. Большевиков генералы не поддерживали, но и отправлять войска не спешили, а многие воинские части командованию уже практически не подчинялись. Когда Рябцев узнал, что Краснов движется на Петроград, он прекратил переговоры с большевиками и объявил Москву на военном положении. Юнкера отбили телефонную станцию, телеграф и почтамт. Капитулировал занятый большевиками Кремль. Но вскоре стало известно, что поход Керенского на Петроград провалился. Большевики стягивали в Москву новые силы. На их сторону перешло большинство солдат московского гарнизона. Москва переходила под контроль революционеров. Старинные улицы были перекрыты окопами и баррикадами, простреливались из пулеметов и орудий. Полковник Рябцев искал пути к переговорам. Недовольные этим юнкера хотели сместить его и передать командование легендарному генералу Брусилову, но тот отказался участвовать в братоубийственном конфликте. Последний раз в своей истории московский Кремль выступал в своей первозданной роли – в качестве крепости. Его могучие стены стали надежной защитой юнкерам. Чтобы сокрушить крепость, большевики установили на Воробьевых горах крупнокалиберные осадные орудия и начали бомбардировку Кремля. Снарядами были повреждены соборы, несколько башен и колокольни Ивана Великого. Остановились куранты. Лишь 2 ноября юнкера сложили оружие. Власть в Москве окончательно перешла к советам. Максим Горький писал о тех трагических днях. В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами. И, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чем не повинных людей. Снаряды летали так же бессмысленно, как бессмыслен был весь этот 6-дневный процесс кровавой бойни и разгрома Москвы. За 7 дней боев с обеих сторон погибло около 1000 человек. 10 ноября у Кремлевской стены был заложен известный сегодня некрополь. Здесь были погребены тела 240 красногвардейцев. Более 300 офицеров и юнкеров похоронили возле нынешнего метро «Сокол». На похоронах присутствовал знаменитый поэт и музыкант Александр Вертинский. Под впечатлением от этой трагедии он написал знаменитую песню «То, что я должен сказать». «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой». Трагически сложилась и судьба полковника Рябцева. Из Москвы он уехал в Харьков. В 1919 году город захватили войска добровольческой Белой армии. Рябцев был арестован контрразведкой. Его обвинили в том, что в октябре 1917 года он отдал приказ о прекращении сопротивления большевикам, не использовав до конца все возможности и не считаясь с мнением подчиненных. По результатам следствия полковник Рябцев был расстрелян. Братоубийственные сражения в Москве, доселе невиданные в стране, казалось, несколько образумили ее граждан. По стране прошли антибольшевистские митинги. Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза ВИКЖЕЛЬ отказался перевозить большевистские войска и пригрозил всеобщей забастовкой на транспорте. ВИКЖЕЛЬ выдвинул большевикам ультиматум – прекращение гражданской войны и создание объединенного социалистического правительства. Тон в этом профсоюзе задавали эсеры и меньшевики, и договориться с ними было непросто. Ленин категорически отказывался делиться захваченной властью. В знак протеста против жесткой позиции Ленина часть большевистских народных комиссаров, наркомов даже подала в отставку. Сложил с себя полномочия нарком просвещения Анатолий Луначарский. После московской бойни и обстрела Кремля он написал в своем заявлении: «Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Остановить этот ужас я бессилен. Я осознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».
Ленин сумел уговорить Луначарского остаться на посту. Коалиционное правительство создали, но меньшевики и правые эсеры в него не вошли. Большевики ограничились только союзом с левыми эсерами, отдав им наркоматы земледелия, юстиции, почт и телеграфа и несколько малозначащих министерств. Левые эсеры были слабыми партнерами, и коалиционное правительство просуществовало недолго, а Вигжель большевики попросту разогнали спустя несколько месяцев. После победы в обеих столицах ленинско-большевистская власть стала понемногу утверждаться в других местах. Порой этот процесс проходил быстро и без особого сопротивления, но так было не везде. С серьезными трудностями большевики столкнулись в Киеве. Самопровозглашенный орган «Центральная Рада», узнав о перевороте, признавать большевистскую власть отказалась. Однако позиции Рады в Киеве были не столь сильны, и, несмотря на громкие заявления, она предпочитала сохранять нейтралитет. 29 октября киевские большевики решились на восстание. Центральная Рада стянула в Киев украинизированные полки и даже помогла большевикам в боях против сил Временного правительства. В результате на некоторое время в Киеве установилось двоевластие. С одной стороны Рада, с другой – большевики. В ноябре Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики, пока что в федерации с Россией. Объявить полную независимость не решились. Рада готовилась сбросить большевиков, чтобы стать единственной властью в Киеве. Здесь назревал новый конфликт. Отказалась признать большевиков и область войска Донского. Казачий атаман Алексей Калидин объявил, что впредь до восстановления законности правительство области войска Донского принимает на себя всю полноту власти. Его поддержали и другие казачьи области – Кубанская, Терская, а также калмыки и горцы Северного Кавказа. Здесь на юге начали собираться силы, которые составят основу добровольческой или белой армии. Еще одним центром сопротивления советской власти могла стать армейская верхушка при ставке Верховного Главнокомандования. В белорусский Могилев, где находилась ставка, съехались из Петрограда многие политики и общественные деятели. Шли постоянные заседания, сочинялись проекты. Пост главнокомандующего в это время не занимал никто. Его обязанности временно исполнял генерал-лейтенант Николай Духонин. Но он был не политиком, а лишь добросовестным офицером. В гражданское противостояние генерал вмешиваться не желал. Он лишь пытался сохранить остатки армии, чтобы противостоять немецким войскам. К большевикам он относился отрицательно, но воевать с ними и создавать новое правительство не собирался. Духонин ограничился призывом к войскам сохранять спокойствие и сдерживать врага. Но даже такая умеренная позиция не спасла генерала. 9 ноября Ленин в телефонном разговоре потребовал от Духонина вступить в мирные переговоры с немецким командованием. Генерал ответил, что этим должен заниматься не он, а правительство. В ответ Духонина объявили врагом народа. Да вы, батенька, враг народа. Ленин разослал телеграмму по всем частям русской армии. Солдатам предлагалось взять дело мира в свои руки и начать переговоры с противником. Духонина отстранили от должности и приказали ожидать прибытия нового начальства, а на его место назначили большевика Крыленко. Так верховным главнокомандующим русской армии стал прапорщик, самый низший из офицерских чинов, к тому же долго уклонявшийся от военной службы. С отрядами революционных матросов и солдат Крыленко отправился в Могилев. Тем временем Духонин готовился сдать командование. Одним из последних приказов он освободил арестованного генерала Корнилова и его соратников из Быховской тюрьмы. Бывшие узники отправились на Дон, где собирались силы для сопротивления большевикам. Духонин также распорядился вывести из Могилева войска ударных батальонов. Их командиры хотели защищать ставку и дать отпор большевикам, но Духонин сказал: «Я не хочу братоубийственной войны. Тысячи ваших жизней будут нужны родине». Понадобится нашей родине. Спасибо, господа.
20 ноября эшелоны с большевистскими отрядами прибыли в Могилев. Первым делом Крыленко арестовал Духонина. Николай Николаевич, вы знаете, кто я такой? Генерал-лейтенанта доставили в вагон нового главнокомандующего прапорщика. В это время туда ворвалась группа солдат, угрожая обоим оружием. Обезумевшая толпа вытащила последнего командующего русской армией из вагона. Поводом для расправы стало известие об исчезновении Корнилова. Духонина искололи штыками, после чего долго глумились над мертвым телом. Крыленко помешать самосуду не сумел. Толпа разыскивала жену Духонина, чтобы расправиться и с ней, но дома ее не оказалось. Несчастная женщина находилась в церкви, что и спасло ей жизнь. После разгрома Ставки большевики приступили к переговорам о мире. Германцы и австрийцы, измученные войной на несколько фронтов, против мира не возражали. Но, чувствуя свое преимущество, они выдвигали свои условия. Мирная конференция началась в декабре 1917 года. Местом проведения переговоров стал занятый немцами город Брест-Литовск. В состав советской делегации вошли 5 членов ЦИК во главе с большевиком Адольфом Йоффе, 8 членов военной делегации, секретарь, 3 переводчика, 6 технических сотрудников, а также 5 рядовых членов делегации – матрос Олич, солдат Беляков, калужский крестьянин Сташков, рабочий Обухов, прапорщик флота Зедин. Для русских офицеров эти переговоры были позором. Входивший в военную делегацию генерал-майор Скалон застрелился в первый же день прибытия в Брест-Литовск. В предсмертной записке, адресованной жене, генерал написал: «Прощай, дорогая, ненаглядная Анюта. Не суди меня. Прости. Я больше жить не могу». Революция захлебнулась в войне и в конце концов была вынуждена склониться униженно и опозориться перед германским империалистическим кулаком, уступив ему беспрекословно громадные русские территории. Заключить мир были готовы все стороны, но на каких условиях? Германская империя предъявила неслыханные требования – отдать ей территории, которые к этому времени были заняты немецкими войсками. Параллельно немцы начали переговоры с Украинской Центральной Радой о фактическом присоединении земель Украины. Большевики вернулись в столицу для консультаций, но и сил для сопротивления у них не было. Русской армии больше не существовало. Очевидец тех дней вспоминал: «Никакой армии нет. Товарищи спят, едят, играют в карты, ничьих приказов и распоряжений не исполняют. Средства связи брошены, телеграфные и телефонные линии свалились, и даже полки не соединены со штабом дивизии. Орудия брошены на позициях, заплыли грязью, занесены снегом». А Ленин требовал мира любой ценой. В конце декабря делегация большевиков вернулась в Брест-Литовск и продолжила переговоры. За 300 лет правления династии Романовых территория Российской империи только увеличивалась. Даже после поражения в войнах Россия ни разу не уступила ни пяди своих земель. Брестский мирный договор между Россией и Германией, подписанный по настоянию Ленина 3 марта 1918 года, ратифицирован 16 марта, состоял из 14 статей. В частности, в нем говорилось: Россия производит полную демобилизацию своей армии. От Советской России отходят Польша, Литва, Курляндия, Лифляндия и Эстляндия. В руках немцев остаются районы, занятые германскими войсками на момент подписания договора. Украина и Финляндия признаются самостоятельными государствами. Россия уступает Турции Карс, Ардаган и Батум. В результате Россия теряла территорию площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек, треть населения Российской империи. Здесь находились 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей железнодорожной сети,
выплавлялось 73% железа, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара. Год 1917 подходил к концу. Выступая на 7-м съезде Российской коммунистической партии, Ленин, оправдывая Брестский мир, говорил: «Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя. Договор есть средство собирать силы». А пока большевики собирали силы, между их сторонниками и противниками уже шли бои – на Дону, в Сибири, в Крыму. На Украине большевики и Центральная Рада уже вели настоящую войну. Там, где боевых действий не было, орды вооруженных дезертиров сметали все на своем пути, возвращаясь с фронта. От страны отпадали целые регионы. Свою независимость провозгласила Финляндия. Об отделении заявила Литва. О самостоятельности говорили в Закавказье. Страну захлестывал хаос. Этот хаос привел большевиков к власти, но теперь он же грозил им гибелью. Для борьбы против покушений на советскую власть при Совнаркоме была создана ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. На первых порах ВЧК действовала почти бескровно. У тех, кого объявляли врагами народа, только отбирали продовольственные карточки или лишали имущества. Террор и насилие списывались на отдельные эксцессы или на ярость угнетенных народных масс. Последней надеждой тех, кто еще ожидал восстановления порядка в стране, было предстоящее заседание депутатов учредительного собрания. Какой станет бывшая империя? Республикой? Монархией? Даже большевики, совершая новую революцию, утверждали, что их задача – защитить выборы в учредительное собрание, которые, по их словам, пытался сорвать Керенский. Но Ленин с властью расставаться не собирался. Он не напрасно торопил своих соратников совершить большевистский переворот в октябре, до начала работы учредительного собрания. Вождь большевиков рассчитывал на два варианта развития событий. Либо большевики получают большинство голосов в результате выборов в учредительное собрание, либо, находясь к этому времени у власти, отменяют все решения учредительного собрания и разгоняют его с помощью оружия. После захвата власти необходимость в учредительном собрании для Ленина и его соратников отпала, но отменить выборы они не решились. Идея учредительного собрания пользовалась в народе огромной популярностью. От него ждали чуда и избавления страны от бед. Как и было установлено, выборы делегатов прошли по всей стране 12-14 ноября 1917 года. Благодаря комиссии все выборов проведены они были организованно и в оговоренные сроки. За неделю до выборов Ленин выпустил декрет о введении государственной монополии на объявления. Это серьезно затруднило агитационную кампанию противников большевиков. Ленин пытался организовать давление на все выборы, а после отказа комиссии сотрудничать фактически распустил ее. Однако, несмотря на все ухищрения, большевики выборы проиграли. В голосовании приняли участие 48 401 962 человека. Социалисты-революционеры получили 39,5% голосов. Большевики – 22,5%. Конституционные демократы, кадеты – 4,5%. Однако всю фракцию кадетов Ленин приказал арестовать как врагов народа. Остальные голоса разделились между другими партиями, религиозными конфессиями и общественными организациями. При таком результате голосования Ленин и большевики обязаны были в день открытия учредительного собрания передать в его руки всю власть, а сами уйти в отставку. Но этот исход Ленина не устраивал. Января 1918 года в Таврическом дворце учредительное собрание открыло свое первое заседание. Накануне большевистские делегаты устраивали митинги и агитировали против собрания. Ленин и его товарищи не жалели сил и средств на преданные им воинские части. Наиболее надежными считались латышские стрелковые полки,
где большинство солдат плохо говорило по-русски и потому не поддавалось агитации. Латыши держались обособленно, были дисциплинированы и хорошо вооружены. Большевики регулярно выдавали им жалования и обеспечивали продовольствием. Часть латышских стрелков с осени 1917-го находилась в Петрограде. За несколько недель до начала работы учредительного собрания Ленин выделил наркому по военным делам 10 миллионов рублей на организацию отрядов из рабочих. 30 декабря он отдал приказ сформировать отряд матросов численностью 2000 человек и вызвать с фронта дополнительно два полка латышских стрелков. Противники большевиков проводили манифестации, но войска большевиков открыли по ним огонь. Несколько десятков человек погибли. Собираясь в Таврический дворец, делегаты учредительного собрания запасались свечами и бутербродами. На тот случай, если власти отключат электричество или делегатов не станут кормить. Председателем избрали заклятого врага большевиков Виктора Чернова. Ленинские делегаты свистели и улюлюкали, не давая вести собрание. Сам Ленин ходил между кресел. Затем сел на ступеньки, ведущие к трибуне. Что-то писал, смеялся над выступающими и всем своим видом показывал, что он здесь хозяин. Железяков! Чего? Значит так, через 20 минут лавочку закрыть. Во время перерыва большевики покинули заседание. Павел Дыбенко отдал приказ матросам разогнать депутатов силой оружия, но Ленин отменил это указание. Лишь в 5:00 утра по его распоряжению начальник охраны, подвыпивший матрос-кочегар Железняков, подошел к трибуне и сообщил Чернову. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал. Делегаты негодовали, но им пришлось разойтись. Они постановили собраться следующим вечером. Однако вечером у Таврического дворца их ждал заслон из матросов и латышских стрелков. Двери дворца были закрыты, а на делегатов нацелены пулеметы и несколько пушек. Собранию пришлось разойтись. Спустя несколько дней большевики опубликовали в газетах декрет о роспуске учредительного собрания. Так была уничтожена последняя надежда народа на справедливое решение его будущей судьбы. В истории русской революции была поставлена точка. Февраль 1917 года. В стране, которая уверенно приближалась к победе в войне, начались демонстрации из-за того, что в Петрограде появились очереди за хлебом. Уже через 9 месяцев государство фактически не существовало. В России шла гражданская война. Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года. Россия же еще целых 5 лет будет погружена в гражданскую войну, одну из самых страшных в истории страны. Если Первая мировая унесла жизни 1 700 000 граждан России, то в годы гражданской войны, развязанной Лениным, погибло от 8 до 13 миллионов человек. Судьба большинства героев революционной драмы 1917 года сложилась трагически. Ленин продолжал руководить советским государством. Он пережил инсульт и к концу жизни был почти полностью парализован. В 1924 году скончался в возрасте 53 лет. Троцкий, подписавший Брестский мир, стал одним из организаторов Красной армии, но после смерти Ленина проиграл борьбу за власть. В 1926 году был изгнан из СССР. Спустя 11 лет убит в Мексике агентом НКВД. Антонов Овсеенко, арестовавший Временное правительство, а также его соратники по совнаркому Крыленко и Дыбенко, занимали высокие посты в Красной армии и Советском государстве.
Все трое были расстреляны в 1938 году. Матрос Анатолий Железняков, разогнавший учредительное собрание, был убит в годы Гражданской войны. Лавр Корнилов возглавил добровольческую армию, предпринял наступление против большевиков, известное как «Ледяной поход». Погиб в марте 1918 года. Петр Краснов участвовал в Гражданской войне, затем эмигрировал. В годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровскими властями. Поддержал германскую агрессию против СССР. После войны взят в плен и в 1947 году повешен по приговору суда. Александр Керенский покинул Россию. Жил в Париже, затем перебрался в Америку. Умер в возрасте 89 лет. Православные священники отказались его отпевать, сочтя виновным в трагедии, случившейся в России. Философ и историк Борис Яковенко так и не вернулся на родину и окончил свои дни в Праге в 1948 году. Его книга «История Великой Русской Революции» будет издана в Германии со следующим вступлением. «Посвящаю этот труд покойной матери моей, с которой вместе всю жизнь мы помышляли о Великой Революции, потом тревожно и горестно переживали ее, потом кляли и оплакивали, но все же сумели понять и простить». Спасти Россию.